Первым шагом на пути нашей практики по данному разделу я вдруг экспромтом решил сделать такой шаг. Попробовать напеть вам замечательную песню Владимира Семеновича Высоцкого, песенку о сентиментальном боксере. И очень хочется, чтобы итог нашей практики был более предсказуем и более стабильным, чем тот эпизод, который отражен в данной замечательной песне. Тогда еще куда опять дорогом, Борис Путкин, красота, в работе на горку. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот оберку, я на полу, и мне нехорошо. И думал, Путкин, не щелюсь хороша, что жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рыдаю земляки, стою на ряде, ухожу, и мне несут очки. Неправда, будто бы к концу я сил берегу, и человека по лицу я с детства не могу. Но думал, Путкин, где ребра кроша, что жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах мой, а ту его он трус. Путкин влезет в ближний бой, а я когда там живусь. Но пролезут земляк настырные они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но я думал, Путкин, где ребра кроша, что жить хорошо и жизнь хороша. А он все-таки здоровый чок, я вижу бы беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. И руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хорошо, а кому не шиша.